Что бы вы подумали, увидев вакансию «Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов»? Кажется, такая формулировка может создать впечатление недосягаемой высоты, которую можно одолеть, только имея специальное образование. Компания АВТ Транс развеет ваши сомнения и готова принять на работу людей без специального образования и опыта по ремонту такой крупной техники. Здесь, под руководством мастеров своего дела, вы освоите новую интересную профессию. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация? Наша организация занимается ремонтом подвижного состава тепловозов серии ТГМ-4, ТГМ-6, ТГМ-23. Наша организация проводит ремонты по ремонту и обслуживанию вагонов до доповского ремонта. Наше предприятие располагает современным оборудованием для ремонта тепловозов и вагонов. Сколько сейчас на предприятии сотрудников? На нашем предприятии более 50 сотрудников, такие как слесаря по ремонту подвижного состава, водители, токаря, сварщики, уборщики производственных помещений и так далее. В связи с тем, что наша компания развивается семимильными шагами, мы готовы принимать на работу такие профессии, как слесаря, токаря, даже с нулевым опытом, и обучить их до уровня профессионала. Как долго проходит обучение? Это все зависит от соискателя. Со своей стороны мы предоставляем все необходимые ресурсы, инструменты и профессиональных наставников. АВТ «Транс» имеет производственные базы по ремонту локомотивов в Волгограде и Волжском. В процессе ремонта железнодорожного транспорта компания применяет самые современные технологии. Это позволяет производить ремонт подвижного состава и его узлов в кратчайшие сроки. И не только в специальных помещениях, но и по месту нахождения локомотива. Здравствуйте, как вас зовут? Александр, замгенерального я АВТ «Транс». Работаю с 2017 года в данной организации. Расскажите нам, как вы сюда устроились? Устроился в данную организацию, нашел вакансию на Headhunter'е и пришел в отдел кадров, прошел собеседование у руководителя и устроился сюда, в эту организацию, мастером депо. С последующим, с карьерным ростом, стал заместителем генерального директора. АВТ «Транс» – это индивидуальный подход к каждому заказчику, независимо от объема работ. Любовь к своему делу, желание работать и совершенствоваться профессией – это отличительные черты каждого сотрудника. Хотите присоединиться к дружной команде? Мы всегда рады плодотворному сотрудничеству с новыми партнерами и с удовольствием примем в нашу команду новых сотрудников.